Привет. Да тут должна быть ее кровать. Эй, чего ты где? Бам. Что значит бам? Мне кажется, тебе нужно к врачу. Надо к врачу. Со мной все в порядке. Ты брешешь практически. Я расскажу тебе историю про мою сестру. Она идет очень быстро, но если ты придешь, это будет слишком плохо. Да, знаю. Перекрас был в лучшую сторону. Да, иду в школу. Надоел уже. Неудачно это место выбрал. Почему тут везде бардак? О, я понимаю, что твоя сестра бешеная. Я знала, что ты опоздаешь в школу, поэтому вышла пораньше. А ну идем. Нет, я не хочу идти. Нет, не хочу. Придется тебя запихнуть. Подождите, я зайду. Как чупакабра. Не говори не мели ерунду. Нашу школу перекрасили в лучшую сторону. И если ты не выставишь себе звездой, то я выставлю. Я так одевается Бритни Спирс. Да. А ты знаешь, что такое слово Спирс? Нет. Я тоже придумала. Ну иди давай, ты будешь выглядеть как Элли Мёрнинг. Что? Я не знаю, я выдумала это имя, чтобы тебя подбодрить. А теперь иди. Ладно, иду, только не кричи, балда. Сама такая. Балда. Я говорила ей, что это была тупая идея. Ты достаешь учебник? Смотри. О, господи. Подвинься. Давай, говори. Я тебе говорила, что это уже платье не в моде. Да. Ее купили в 70-х. Ага. И помада. Помада у меня не куплена в 70-х. Никто на меня внимания даже не обратил. Я говорила, что это платье тупое. Что? Нет, оно не тупое. Оно классное. А теперь идем. И не мели... Что? Нет! Вот, ее шкафчик, наверное, здесь. Давай, подвинься. Да, ну, конечно. Давай. Я говорила тебе, что идея системы была тупая. Иди давай. Нам нужно поговорить. Что? Слушай. Идем. Идем. Слушай, Декстер меня уже задолбал до белого коленя. Это мат. Да, господи. Я была потише с этими матами. Я не могу жить с Декстером. Да. Я не могу с ним встречаться. Я должна его бросить. Декстера? А. Бросай по телефону. Я тебе дам свой. Привет. Спасибо. Возьми мой телефон. Ну. Привет. Извини.
чекайте, абонент прив'язує дзвінок. О, привіт! Це ти? Декстер, я хочу сказати тобі, що я тебе бросаю. Извини, что так вышло. Извини, что так получилось. Я... Ну, серьезно. Так, пойдем. Пока. Пока. Встретимся в школе. Да, бросила его. Одиноко тебе, да? Ты хотел со мной поговорить? Да. Иди сюда. Ну куда? Я закрою дверь. Но тут же двери нету, для меня есть. Это ведь уголок. Да, раздевалка. А что? Никто не смеет бросать Декстера. Декстер бросает всех первым. О, нет. Ты, значит, все время... Ты все время... был таким эгоистом, я... Ха, эгоистом? А все подарки, которые я тебе подарил, эгоистично, да? Нет, 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 ни в коем случае. Это же не было эгоистно. А, но ты понимаешь? Значит, я тебя побью. Что? А ты думала, что ты уйдешь от Декстера целым и невредимым? Ошибаешься. Но девочек ведь не бьют, да? А? Это правило не для меня. Сейчас ты получишь. Так, так, друзья. Ха. Неплохо. Ау. Как-то странно, или мне кажется, может быть, ей нужна помощь? Что с моими глазами? Почему они стерты? Тебе повезло, что ты еще не стерт с лица земли. Ё-моё, а вы еще кто? Я нифига не вижу, это коляска. А, ты очень прав. Я тебя не убью, потому что ты мне нужен. Как звать? Аркадий. Мне показалось, что это Глеб, который приходил к ночью к моей приемной дочери. Это Петрушка все видела, то есть он приходил еще с каким-то пуделем. Звали, по-моему, Эмма. Когда, как нет. Это сложно понять. Ах.
это был? Ты никогда не узнаешь. Это я тут с тобой. Эмма. Да, я такая, она такая, а я такая, она такая, да, она потом, нет, она сказала, я ча-ча, что-то не понимаю такого, прости, у меня там что-то телефон вибрирует. Алло, ой, извини, раздевалка была закрыта, я думала, что бы тут случилось. Мне кто-то помог. Кто? Не знаю, какое-то привидение. Нюхушка, до свидос. Ай, короче, до свидос. Это было мое видео. У меня новый фильм «Иллюзия обмана». Она не будет сыграна по фильму, как сказала мне Соня Мишарин. Она будет сыграна по-другому. Я просто скопировала название, все остальное будет чужое, чтобы не было как в «Алисе в стране чудес», все копируют, это будет тупо. Первая серия завтра, сегодня у меня не получилось так. Показать, кто в нем участвует? О, участвует моя любимка Кокер, Кокер Спаниэль. Вся чистенькая, кроме ушей. Уши вы не спрашивайте про нее. Там, когда я ее покупала, у нее там что-то с ушами было, это офигеть, какая она была. А сейчас она хотя бы получше, да. И там еще будет какой-то мальчик, который спас меня. А это вы узнаете вы. В втором сезоне, третья серия, сбежавший. Переименую потом. До свидания.